Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас на новую интересную экскурсию по одному из самых посещаемых музеев Рима – в галерее Боргези. Я, как всегда, приехала очень рано, чтобы сначала прогуляться по вилле Боргези и насладиться утренней свежестью, а потом в галерее Боргези окунуться в мир искусства. Вилла Боргези – безусловно, самый известный парк в Риме, но немногие знают подробности и историю. Поместье семьи Боргези было построено в начале 17 века как загородная вилла, то есть эта территория не входила в часть города. Когда к власти на папский престол пришел папа Павел V из семьи Боргези, уже через 2 месяца он назначает своего племянника Сципионе Боргези кардиналом-племянником. Эта должность была придумана специально для него. Потом его назначают казначеем, и положение позволяло иметь неограниченный доступ к папской казне, чем он, конечно же, сразу же и воспользовался. Сципионе Боргези был сыном любимой сестры папы Павла V Ортензии. Сципионе очень любил искусство. Он начал активно скупать ценные предметы искусства. Прежде всего, кардинала интересовала живопись и скульптура. Он обожал скульпторов, архитекторов, и людей, которые его окружали, он делал просто сказочно богатыми. Если он хотел какое-то произведение искусства, то ему никто не мог отказать, ведь никто не хотел ссориться с человеком, приближенным к папе Римскому. Этот человек, влюбленный в искусство, собрал вокруг себя таких знаменитостей, как Караваджо, Бернини, Боррумини. Это те художники и скульпторы, которые создали Рим, который мы видим сегодня. И кажется, что с этим римским барокко Рим стал еще пышнее, богаче и ярче. Коллекция Боргези росла, и кардиналу пришлось задуматься над строительством виллы, которая смогла бы вместить все собранные им шедевры. Строительство виллы было начато в 1613 году на территории бывших виноградников по эскизу самого Сципионе Боргези. А вот уже над парком работал Пьетро Бернини, отец знаменитого архитектора Джан Лоренцо Бернини, чьи работы сейчас украшают галерею Боргези. Кстати, в галерее Боргези самая большая коллекция великого мастера Бернини. И поэтому, когда меня спрашивают, какой музей посоветуете в Риме, я всегда в первую очередь говорю, что надо обязательно побывать в галерее Боргези. Конечно, кардинал хотел, чтобы и после его смерти коллекция оставалась в целости. Но родственников искусства почти не интересовало. И после смерти Сципионе Боргези коллекция практически не пополнялась. Один из родственников, Камилла Боргези, женился на сестре Наполеона Паулини. Часть шедевра была вывезена в Париж. С 8 июня по 7 ноября 2021 года в галерее Боргези проходит выставка Хёрста. Кстати, он является самым богатым живущим художником в мире. Большая часть выставки Хёрста – скульптуры из коллекции «Сокровища затонувших кораблей». Эта серия скульптур рассказывает нам историю кораблекрушения корабля, чье первоначальное название было «Невероятный». Сокровища предназначались для храма, который сочетал в себе верования разных стран и народов. Более 2000 лет сокровища пролежали на дне Индийского океана, пока их не обнаружили любители дайвинга. А у нас с вами есть возможность увидеть сокровища глазами художника Хёрста. Я очень подробно останавливаться на работах Хёрста не буду, потому что, честно сказать, я не знакома с его творчеством и пошла посмотреть на выставку из любопытства. Но кое-какие скульптуры мне очень понравились. А вот про коллекцию галереи Боргези расскажу все, что знаю. Когда проходит выставка, она очень отвлекает внимание от основной коллекции галереи. Время посещения всего 2 часа, и надо успеть рассмотреть все самое ценное и интересное. По истечению 2 часов вас просто попросят выйти. Галерея состоит из 2 этажей. На первом этаже находятся скульптуры, и он состоит из 8 залов. На втором этаже – картинная галерея, которая состоит из 20 залов. На каждый этаж уходит по часу. В центре зала стоит скульптура цыганки из серого мрамора, дополненная белым мрамором с позолоченной бронзой. Рядом с картиной Корреджо Даная находится скульптура из коллекции «Сокровища затонувших кораблей». Мало кто превзошел Корреджо в такой красивой передаче света тени.
Своим светом он привлекает нас сначала рассмотреть главные предметы, а потом рассмотреть все вокруг. Специалистами были замечены какие-то недостатки в картине, но я их не замечаю. Сюжет для картины художник взял из греческой мифологии. У царя Акрисия была дочь Данаи неземной красоты. Царю было предсказано, что он погибнет от руки сына Данаи. Чтобы избежать такой судьбы, царь построил большие покои и там заключил свою дочь. Но Данаю полюбил Зевс и проник в покои к Данаи в виде золотого дождя. Куреджи же заменил золотой дождь светящимся облаком, которое находится над кроватью Данаи. А крылатый Амур подготавливает Данаю к пребыванию Зевса. Когда художник изображает обнаженное женское тело, его произведение становится похвалой женской красоте. Здесь почти интимная атмосфера. А маленькие купидончики на дощечке наконечником золотой стрелы пишут имя возлюбленной Зевса. На стене висят портреты, а по бокам стоят два почти одинаковых бюста. Но давайте все по порядку. Это автопортрет Бернини, когда ему было около 25 лет. Черты лица на самом деле похожи на черты лица Давида. Скульптура была выполнена по заказу Сципионе Боргези. О ней я расскажу позже. Этот портрет был выполнен до создания Давида и Аполлона и Дафны. На автопортрете в зрелом возрасте мы видим его пылким и страстным. Этот портрет был написан в то время, когда произошла история с Констанцией Боннарелли. Об этой истории я рассказывала в прошлом видео, но повторю историю для тех, кто не смотрел видео. Бернини был влюблен в прекрасную, но замужнюю девушку Констанцию. Она была замужем за учеником Бернини. Они тайно встречались почти 2 года. И вот однажды Джан Лоренцо Бернини обнаружил, что она также была любовницей и его младшего брата Луиджи. Ослепленный ревностью, он очень сильно избил своего брата, а в дом Констанции послал слугу, тот лезвием исполосовал ее красивое лицо. Констанцию за прелюбодеяние посадили в тюрьму, слугу осудили, младший брат Луиджи уехал в Болонию, а ослепленному ревностью Бернини папа Урбан VIII выписал денежный штраф и обязал жениться. Именно в этот момент и был написан портрет. Портрет ребенка, ему около 12 лет. Личность которого не установлена, но портрет ребенка доказывает нам, что Бернини был прекрасным художником. А сейчас расскажу вам про бюсты Сципионе Боргези и почему их 2. Когда Бернини работал над бюстом кардинала Боргези, хозяина этой виллы и того самого человека, который один из первых заметил талант Бернини, бюст был почти закончен, когда через весь лоб бюста поползла трещина. Надо было срочно начинать делать новый бюст, потому что Боргези не терпелось взглянуть, как получился его облик. Почти 2 недели за плотно закрытой дверью, куда никому не разрешалось входить, Бернини работал над новым бюстом. Окончив работу, он перенес бюст в мастерскую, поставил рядом с бюстом, у которого была на лбу трещина, и накрыл его тканью. Когда кардинал увидел бюст с трещиной на лбу, то, стараясь не подавать виду, сказал, что у него получилось дивное произведение и что он является почитателем искусства Бернини. В этот момент Бернини сорвал ткань со 2-го бюста, и лицо Боргези стало сиять еще больше. Удивительно! Ведь не зря говорили, что Бернини работает целыми сутками. Но вот, по мнению современных критиков, 2-й бюст получился не такой живой, как 1-й. Чтобы найти хоть какие-то отличия, надо увидеть их своими глазами. Но Бернини выполнил 2 бюста великолепно. Он смог передать не только выражение лица кардинала, но и маленькие детали одежды в виде незастегнутой пуговицы. Так и остались 2 бюста в коллекции Боргези. Терракотовая модель статуи Людовика XIV. Для конной статуи короля солнца Людовика XIV Бернини создает макет. Эта модель считается оригинальной, сделанной рукой самого Бернини. Ему было уже за 70. Выполнить скульптуру он поручил помощникам. Скульптура была завершена за несколько лет до смерти Бернини и ожидала отправки в Париж. После смерти Бернини конная статуя наконец-то была отправлена королю. Но увидев ее, он не оценил и даже попросил уничтожить ее. Но потом все-таки французский скульптор переделал скульптурную группу в Марко Курция, и сейчас она находится в Лувре.
Дорогие друзья, между показом и рассказом о главной коллекции галереи Бургези я буду показывать вам и выставку Хёрста. Коза Амалфея. Она лежит на земле, а рядом с ней маленький Юпитер и Сатир, который пьет молоко из миски. Это работа маленького Бернини. Очень рано заметили талантливого мальчика, который всегда помогал отцу-скульптору. Его первая работа, «Коза Амалфея», до сих пор находится в галерее Бургези. Коза Амалфея была известным персонажем. Напомню, что она вскормила младенца Юпитера. Посмотрите, какая великолепная работа маленького Бернини. Это тоже экспонат из коллекции Хёрста. Мы покидаем с вами этот великолепный зал и идем знакомиться с сокровищами Бургези дальше. В каждом зале находятся экспонаты выставки Хёрста, а это его автопортрет. Вот только снять близко не разрешили. Великолепные картины Каналетто. Картина Доминикино «Охота Дианы». Картина была заказана кардиналом Пьетро Альдебрандини для виллы Фраскати. Но когда художник попал на несколько дней в тюрьму, картину прямо из мастерской конфисковал коллекционер Бургези. При взгляде на картину мы невольно можем оказаться среди нимф, сопровождающих богиню охоты и плодородия Диану. Согласно мифологии, юный охотник Актеон увидел однажды, как Диана купается в реке. Богиня разгневалась и превратила его в пугливого оленя, который был растерзан его же псами. Две нимфы в центральной нижней части картины добавляют полотну необычный эффект. Кажется, будто они идут на контакт с нами и приглашают войти в их удивительный мир. Картина «Любовь небесная и любовь земная» была написана 25-летним Тицианом для венецианца Никола Аурелио, герб которого мы видим на саркофаге. Эта картина должна была стать свадебным подарком для его невесты. Перед нами две прекрасные женщины, одна полуобнаженная, а другая одетая. Древний саркофаг превратился в фонтан, в котором играет ангелочек. Про картину «Любовь небесная и любовь земная» говорят, что она самая известная и самая загадочная картина Тициана. Пожилой Аурелио решил жениться на молодой вдове. Вдова была сказочно богата, и чтобы люди не судачили, что он женится на ней из-за денег, решил сделать ей дорогой подарок в виде картины. Предполагается, что одетая в платье женщина и есть невеста, которой предназначалась картина. Рядом богиня. Она сошла с небес посмотреть на красоту невесты. А это Амур. Земная любовь богато одета, украшена драгоценностями. Небесная же любовь обнажена. Истинная любовь не нуждается в украшениях. Она держит в руке сосуд, в котором горит пламя божественной любви.
Вот так выглядела вилла Боргези. Это картина Винкельмана. Я показала вам второй этаж галереи, а сейчас спустимся на первый этаж, где находятся прекрасные скульптуры, которые будут как вишенка на торт. Великолепная скульптура «Похищение Прозерпины», автором которой является Бернини. Эта драма случилась на острове Сицилия в цветущем поле весной. По цветущему полю радостно бегали девушки, играли, смеялись и даже не догадывались о беде. Похититель, чья голова увенчана короной, Плутон. Он был повелителем царства мертвых. Ему было очень одиноко одному в подземном царстве. Ни одна богиня не хотела идти за ним в подземный мир. Он потребовал дать ему любую девушку в жены или обещал объявить войну. Зевс согласился выполнить требование и отдал свою дочь Прозерпину в жены Плутону. Он понимал, что война между небесным и подземным миром будет катастрофой. Плутон поднялся из недр земли на колеснице, схватил девушку и опять исчез в глубину земли. Именно этот момент похищения Прозерпины и запечатлел в мраморе Бернини, изобразив момент истории. Мускулы Плутона напряжены, он удерживает извивающееся тело и напряжены так, что его рука впивается в тело Прозерпины. Прозерпина отталкивает Плутона, мы видим ее возмущение и недовольство на лице. Загробный мир охранял трехглавый пес Цербер. Он рычал на тех, кто входил, и рвал любого, кто пытался выйти. Крик дочери услышала мать и бросилась на помощь, чтобы спасти ее. 10 дней и ночей она не ела, не пила, не спала, а блуждала в поисках дочери. Спрашивала у всех, но никто ничего не знал. Только бог солнца сказал, что Зевс, отец Прозерпины, отдал ее в жены Плутону. Узнав про судьбу дочери, мать Прозерпины, Церера, перестала ее искать и решила мстить. Она, богиня земледелия, объявила, что пока ей не вернут дочь, на земле не взойдет ни одно семечко, и у животных не будет потомства, и цикл жизни остановится. Наступил момент, что людям нечего было есть, и у богов не было жертвоприношений. Гнев Цереры взял верх. Мать хотела видеть дочь. Плутон отпустил девушку, посадил ее в колесницу и отправил наверх. Но прежде чем отпустить, преподнес ей гранат, и Прозерпина съела несколько зерен. Земля опять раскрылась, и Прозерпина вышла на свет прямо в объятия матери. Первым делом мать спросила, ела ли она что-нибудь в подземелье, и страх матери оправдался. Прозерпина ела несколько зерен граната, который дал ей Плутон, прежде чем она ушла. Теперь каждую треть года зимой она должна оставаться под землей, и только весной сможет подниматься наверх. Церера оставила свой гнев, и цикл жизни возобновился. Земля вновь дает свои плоды. Прозерпина стала царицей подземного мира и женой Плутона. Бернини переводит мифологическую сказку в мрамор, и это ему очень хорошо удалось, у скульптуры всегда много народу. Работа была завершена чуть больше, чем за год, в сентябре 1622 года. В том же 1622 году скульптура была вывезена из студии Бернини, и в октябре скульптура была заколочена в ящик и перевезена на виллу Людовизи, где находилась до 1908 года, пока итальянское государство ее не выкупило и не перевезло на виллу Боргези. Причина, почему Боргези подарил скульптурную группу «Похищение Прозерпины» кардиналу, точно неизвестна, но, скорее всего, это политические игры. При папе Павле V Боргези занимал очень хорошую должность и имел доступ к папской казне. В 1621 году, в то время, когда Бернини работал над скульптурой, папа умирает, и следующий папа становится Григорий XV из семьи Людовизи. И чтобы расположить к себе папу, был сделан такой щедрый подарок. В центре зала находится скульптура Эней и Анхис, которую можно назвать памятником милосердия. Здесь изображен Эней, убегающий из города Трои, который был охвачен пожаром.
Он выносит на своих плечах отца, в руках у которого домашние боги, и сына с огнем домашнего очага. Это была первая большая скульптурная группа, выполненная 20-летним Джан Лоренцо Бернини для Боргези. Обойдя скульптуру вокруг, можно даже рассмотреть мягкую кожу ребенка, мускулистое тело молодого Инея и морщинистую кожу пожилого Анхиса. Скульптура Бернини «Истина» – это как послание потомкам. Она говорит нам, что настоящий талант Бернини раскроется со временем. Бернини изготовил эту скульптуру для самого себя. Идея создать эту скульптуру родилась у Бернини в тяжелое для него время, когда его стали обвинять в некачественной работе. И при смене папы, папа Иннокентий X предпочитал отдавать заказы его конкуренту Борромини. Но хитрый и предприимчивый Бернини позже нашел подход к Иннокентию X. И уже через 2 года Бернини вернулся к милости папского двора. И перегруженной работой не смог завершить работу над этой скульптурой. Скульптура до 1858 года находилась в семейной резиденции Бернини. Потом наследники передали ее в галерею Боргези. В египетском зале находится бюст фараона и бюсты его жен. Выставка Хёрста требует очень много времени и терпения, внимательного чтения описаний и рассматривания деталей. Здесь все взаимосвязано между собой. Нет ничего случайного. В зале Сирена находятся картины Караваджо. Честно сказать, мне хотелось остановиться у каждой картины и рассказать вам о них. Ведь у каждой картины есть своя история. Но я сегодня здесь останавливаться не буду, а лучше сделаю отдельное видео и все расскажу там. Отрубленная голова Горгоны. А эта голова Горгоны высечена из цельного куска малахита. Этот зал с работами Хёрста мне очень понравился. Остатки от статуи Аполлона с затонувшего корабля, нога и ухо. На ноге закрепили мышь. Возможно, ее сравнивают с врагом и опасностью. Огромная бронзовая статуя Протея, мифологического морского божества. Протей изображен здесь в трансформации. Его человеческое тело превращается в скалы и валуны пещер. Минотавр, насилующий афинскую девственницу.
Самым известным Давидом в истории искусства, безусловно, является Давид Микеланджело и Бернини. Бернини изображает Давида в момент до того, как собирается бросить камень в гиганта Голиафа. Согласно источникам, в образе Давида мы видим автопортрет Бернини в мраморе. Говорят, что кардинал Барберини, которого чуть позже выбрали папой с именем Урбан VIII, с удовольствием держал в руках зеркало, в которое смотрел Бернини, когда работал. В образе Давида Бернини представляет себя борцом, бросающим вызов каменному блоку, который он превратил в плоть. Как только скульптура была обнародована, все были поражены мастерством скульптора, которому на тот момент исполнилось всего лишь 25 лет. Паулина Боргези Бонапарт в роли Венеры-победительницы. Паулина изображена с обнаженной грудью, лежащей на двух подушках и мягком матрасе. Она держит в руке золотое яблоко. Согласно мифу, Венера была признана самой красивой из трех богинь, а яблоко – это ее приз. Автором этой скульптуры является Антонио Канова. Камилло Боргези женился на Паулине Бонапарт, на сестре Наполеона. Паулине было 23 года, и она уже была вдовой. Камилло женился на ней, даже не дождавшись окончания года после смерти ее мужа, и уже вместе они переехали в Рим в палаццо Боргези, где Паулина смогла посвятить себя пышной жизни и развлечениям, которые она так любила. Ходили многочисленные слухи о наготе скульптуры, и после слов, которые сказала Паулина, что любая вуаль может упасть перед Канова, поговаривали о возможности того, что она позировала скульптору раздетой. Паулина, как доказывает нам яблоко, была богиней красоты. Еще одна великолепная скульптура Бернини – «Аполлон и Дафна». Бернини вдохновила сцена из поэмы «Метаморфозы» древнеримского писателя Овидия, в котором говорится, что нимфа Дафна, чтобы избежать нежелательного внимания бога Аполлона, умоляла своего отца превратить ее в дерево. А началось все с того, что Аполлон встретил в лесу прекрасную нимфу по имени Дафна. Он влюбился в нее с первого взгляда и мечтал добиться ее любви. Он осторожно приблизился к ней, но не успев сказать ни слова, как Дафна испугалась и бросилась бежать, он кинулся за ней вдогонку. А Дафна кричала и умоляла отца превратить ее в дерево. Аполлон догнал Дафну, обнял ее, но ощутил под своими пальцами шершавый ствол дерева. Когда он понял, что потерял девушку навсегда, то заявил, что с этих пор лавр станет его любимым деревом. Дафна чувствует, что происходит, и кричит, скорее всего, от удивления, чем от боли. Ее руки и волосы принимают форму ветвей и листьев, а ступни превращаются в корни. Две фигуры были вырезаны из одного огромного блока мрамора, а листья достигают минимальной толщины. Кажется, что они могут сломаться от простого нажатия пальца. Бернини даже удалось передать шелковистость обнаженной кожи Дафны, которая контрастирует с шероховатостью ее новой коры. Все это вызывает восхищение. Дорогие друзья, вот и подошла к концу наша экскурсия по галерее Боргези. Мои 2 часа пролетели как один миг. Я советовала и буду продолжать советовать всем посетить этот музей как один из первых по приезду в Рим. Он небольшой, но очень богатый и светлый. С одного посещения он запомнится вам навсегда. Бронировать билеты в галерею Боргези нужно обязательно заранее. Не у всех есть возможность приехать в Рим, но у вас есть возможность посмотреть это видео. Хочется надеяться, что после его просмотра вы уже никогда не забудете про эту галерею. Я постаралась показать вам самые популярные и интересные экспонаты. Делитесь видео с друзьями, пусть и они увидят эту красоту. Ну а для меня, чем больше просмотров видео, тем больше у меня появляется желание делиться с вами красотой Рима и сокровищами, которые находятся в музеях Вечного Города. Я люблю Рим и хочу вас влюбить в этот замечательный город. На этом, дорогие друзья, я прощаюсь с вами. Ставьте пальчики вверх и обязательно делитесь видео с друзьями.